доме номер 57 по улице Будищева уже больше полувека играет музыка и звучат звонкие детские голоса. В этих стенах несколько поколений севастопольцев познавали классическую музыку. Этот концерт по-настоящему праздничный. К нему долго готовились, ведь он посвящен 55-летию музыкальной школы номер 7. Это хорошая школа с хорошими традициями. У нее за годы существования более 2000 выпускников. И чем особенно славится эта школа, что выпускники возвращаются в стены этой школы уже в качестве преподавателей. Для нас это особенно ценно. В праздничном концерте принимают участие не только воспитанники школы, но и преподаватели. Многие из них когда-то сами осваивали нотную грамоту и учились музыке в этом образовательном учреждении. Теперь, спустя годы, выпускники школы работают во многих консерваториях далеко за пределами Севастополя. У нас много выпускников замечательных, которые продолжили свою деятельность не только в школах, а и в консерваториях. У нас работает концертмейстером в Санкт-Петербургской консерватории наша выпускница, преподавателем выпускница работает в Астраханской консерватории. Многие преподаватели музыкальных школ Севастополя тоже являются выпускниками нашей школы. В настоящее время в школе обучаются 313 воспитанников по двум основным программам – предпрофессиональной и общеразвивающей. В учреждении есть 4 отделения – фортепиано, струнных и народных инструментов, а также хорового и сольного пения. В прошлом году в школе появились новые клавишные инструменты – 5 пианино и 1 концертный рояль известного российского бренда «Николай Рубинштерн». В этом году городские власти даже планировали сделать в здании капитальный ремонт. Однако этот вопрос пришлось отложить. Но из-за того, что в течение этого года был присвоен гриф именно ОКН, то есть объект культурного наследия, сейчас мы пересматриваем все позиции и будут выделены дополнительные средства для того, чтобы сделать проектно-научную теперь документацию. И будем, естественно, входить в программу для того, чтобы отремонтировать это здание. В департаменте культуры рассчитывают в рамках капитального ремонта также закупить новое оборудование. А это значит, что в музыкальной школе номер 7 еще не одно поколение севастопольцев сделает свои первые шаги в мир высокого искусства. Николай Кузнецов, Денис Александрович, Севинформбюро.